Итак, друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как можно сделать правильный угол, когда вы ложите ламинат и у вас есть стена под углом. Для начала нам нужно сделать отметку, от которой будет стартовать ламинат в ту сторону. Так, и соответственно, относительно этого размера мы уже будем убрать и следующий лист ламината. Так, в общем, так как у нас ламинат идет 90 градусов, отмечаем линию, которая нам дает угол 90 градусов, и приставляем по этой линии угольник, вымеряем размер ламината, откуда, с какой точки нам нужно его будет подрезать. Далее берем обычный отход ламината, можно целый кусок, это не важно. Берем малку, малку приставляем к углу, и уже относительно этого угла задаем, замеряем угол, под которым нам нужно будет отрезать ламинат. Этот угол у нас должен быть по всей длине одинаковый. Ну, если, конечно, монтажники гипсокартона сделали все правильно. Так, замерив угол малкой, переносим на новый лист ламината. Так. Размер, который мы замерили и уже знаем, переносим на этот кусок. Так, это у нас размер был 16,8. Переносим его на этот кусок. Делаем отметку. Так, и теперь приставляем малку к этой отметке и начинаем чертить тот размер, который нам нужно будет отрезать. Малка у нас короткая, поэтому придется дальше уже продолжать угольником. Так, получается, вот этот кусок ламината нам нужен, этот уже уйдет в отход. Дальше, чтобы нам опять не делать дополнительных замеров, берем следующий кусок ламината, который должен будет продолжаться. Приставляем его к первому куску ламината, собираем и таким же образом продолжаем эту черту дальше, то есть линию отреза. И вот теперь у нас есть два куска ламината, которые мы должны будем установить в то место, куда мы должны будем их поставить. Соответственно, сейчас лобзиком мы отрезаем по линии, все остальное уходит у нас в отход. Вот такая вот хитрость для того, чтобы правильно сделать угол во время укладки ламината. Так, сейчас я отрежу и покажу мне, что у нас получится. Итак, отрезали наши два кусочка ламината и теперь собираем их вместе. Пока собираю пробно, без промазывания. Потом я их промажу и смонтирую на место. Так, в общем, вот она. Ровненько у нас все стало. И теперь примеряем на заданную точку. Как помните, вот эта отметка у нас является началом вот этого куска ламината. Поэтому их нужно соединить вместе. Ну, вот, в общем, как-то так. Так, ну что ж, в общем, как-то так вот это получается. Не смотрите, что рез у меня кривой, лобзик немножко повело. Так, и вот, в общем, по всей длине у меня вот такой вот получился шов. Все совпадает с направлением стены, и, соответственно, у нас идет и ламинат тоже параллельно данной стене. Ну, местами, конечно, криво, но это не страшно, она закроется все плинтусом. В общем, вот такой вот способ монтажа ламината по кривой стене. Ну, то есть способ реза ламината по кривой стене. Вот такой вот небольшой лайфхак. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.